Я пришла не для того, чтобы просить прощения, тетя Мелиха. Как я попрошу прощения? Вы знаете, я получила наказание. У меня все забрали. У меня забрали все. Вот и хорошо. Я буду гореть в аду. Значит, мои молитвы были услышаны. Я забрала у вас сына. Да, забрала. Ты забрала у меня мое дитя. Я отдаю вам своего сына вместо него. Куда ты пойдешь? Отдайте ему это. Когда он подрастет, он сможет понять. Он не поймет. Он скажет, что ты никогда не любила его. Я люблю своего сына. Поэтому не хочу брать его с собой. Он тебя не простит. Я не поступлю с ним так, как мой отец поступил со мной. Он не будет таким, как я. Не простит, так не простит. Пусть знает, что его мать плохая. Но я не хочу, чтобы он был таким, как я. Я не допущу этого. Джан? Я проклинаю тот день, когда ты вошла в наш дом. Лучше бы ты никогда не входила в эту дверь. Но сейчас войди. Посмотри на сына. Мам, мы уходим. Нет, мой хороший, спи. Мам, я буду столяром, ладно? Ладно. Эйшан,